О, смотрите, ребята, он копьем воткнулся в землю или в кирпич какой-то, в камни. Так, пилы, 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 ребятки. Что делать? Надо его под пилы запихать. Не успели мы ничего запихать, он сам туда уехал и самоубился, короче. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в игру под названием Drive Ahead. Да, в прошлой серии мы прошли 7 заданий, и сейчас, наверное, начнем с 8-го. Выбираем также стадион, и вот у нас 8-е задание, рыцарский турнир, выиграй. Ну да, неплохо бы, конечно. Смотрите, ребята, мы тут на конях, я на синеньком коняшке и головой ударяюсь. Да, реально рыцарский турнир. Правда, я как бы в шлеме, второй раз мне по голове дали. Ребята, что ж такое-то? Ох ты! На минах подзорвались оба, но я ударился головой раньше. А тут, смотрите, ребята, у него какой-то этот... колесница? Да, улетели в воду раньше, чем колесница. Так. Что ж такое? Я не могу его никак подцепить, даже не перевернуть. Он длинный, и его перевернуть вообще сложно. Так, вода поднимается. Пилы сверху, ребята. Может, подождем, пока он утонет? Тони, давай! Эх, нет, меня порубило, покромсало. Да, ждал, что он утонет, а сам попался. Как же с этой колесницей быть-то, ребята? Он меня переворачивает на раз. Ну вот, с таким еще можно как бы потягаться, равноценные силы. И все равно переворачиваюсь, да как же так? 0-2, ребята, что же делать? Ох ты, на мини подорвался и улетел под пилу. Это наш первый выигрыш, можно сказать, не знаю. Эх, опять под колесо колесницы попал. Точнее, под колесо коня, так как кони здесь на колесах почему-то. Странные кони, ну ладно. Игрушечный. Давай, перевернись! Дракон на колеснице на меня наступает. Ну ладно, перевернуть не можем. Эх, дыбы встали и нас догнали колесницей в голову. Колесом, давайте колесо на него сбросим. И тогда, потому что дотянуться до него так просто вообще нереально. Что же делать-то, ребята? Как победить мне вот этого? На колеснице мужичка, который дракон. Ох ты, смотрите, он получил по голове колесом как раз. Вон тем бесхозным колесом болтающимся. Так, надо что-то подумать, как это все проделать. Вот я заеду наверх. Может, тоже подождем, пока он утонет. Эх, не дождались, головой ударились. Да. Так, тут мы сразу убегаем. Эх, мина, мина! Ну что такое? Да. Думал, головой я ударюсь, подорвавшись на мине, получилось все по-другому. Ну что ж, вот колесницу мы победили, когда она ударилась головой, взорвавшись на мине. А тут нам копьем зарядил. Да, колесница опять, ну так ее бодать бесполезно. Ох, смотрите, мы ее столкнули, но она не ударилась головой. Мужичок этот с ирокезом, на тебе вот так, дебах. Так, давай, давай, давай! Эх, нет. Значит, будем, наверное, съезжать и внизу тут пытаться. Вот, смотрите, ребята, я ему копьем в голову прям ударил. Счет 3-2, ребята, мы можем победить, наверное, да? Эх, колесница, нет, счет сравняла, 3-3. И опять колесница, да как же, что же, ну почему, ребятки? Эх, я не знаю даже, что еще предпринять. Давай, давай! Эх, не ударился опять. Так, сейчас мы на тебя сверху. Ну вот, опять перевернул меня. Красный победил, ну конечно, чё. Ох ты, смотрите, как я его через голову перевернулся и копьем. Так, поехали вниз. Надо на него колесо вот это скинуть. Нет. Так, еще попытка номер 2 колесо скинуть. Эх, вот, вот так вот я в него задом коня ударился, хвостом, короче. Так, колесница, надо ее столкнуть.
Эх, нет, ребятки, и сам улетаю за борт. Да. Мины, мины, мины. И мужичок на колеснице опять. Что же, как же тебя? Ну, так. Так. Может, он в воде утонет, ребятки? Эх, нет, не успел он утонуть. Да, ну ладно. Надо попробовать столкнуть его с ринга. Смотрите. Столкнуть не получилось, но он сам улетел в противоположную сторону. Так, колесница! Перевернула меня опять. Давай ты с конской головой, рыцарь, блин. Тебя рыцарем-то сложно назвать. Конь на коне. И давай, давай. Эх, нет, немножко не получилось. О, смотрите, ребята, он копьем воткнулся в землю или в кирпич, кто это, в камни. Так, пилы, 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 ребятки. Что делать? Надо его под пилы запихать. Не успели мы ничего запихать, он сам туда уехал и самоубился, короче. Эх, ребята, ну что ж такое-то? Да. Колесница. Йо-хо, улетел под пилу. Красный победил. Ну да. Мина взорвалась. Мешается нам теперь. И что, заезжаем наверх. И какой-нибудь маневр сейчас. Нет, не успели. Не успели. Так, и еще. Ух ты! Чуть не упали на пилу. На пилу не упали, зато на копье упали. Круто. Это какая-то жесть, ребятки. Я не знаю, как этот уровень проходить. Но это просто нечто какое-то. Рыцари, блин. Ну вот, затолкал меня головой в песок. Так, так, так. Ох ты, вот так вот тебе. Получил! Конский рыцарь. Так, ускользаем от рыцаря от нашего. Эх, ну вот как вот он на дыбы встал специально? Ну, блин, просто нереально как-то. Так, ну вот, не успел, хотел столкнуть. Хотя мог вполне себе. И что, опять колесница? Вот, на мини подорвалась. Колесо даже потеряла. Но я вылетел за борт, он победил. И это как всегда. Так, эх, эх, эх. Фу, пронесло. Так, что же, что же, что же? Давай назад. Назад, назад, назад. Вода, ребятки, поднимается. Может, он утонет? Утони. О, есть! Победили мы. Синему очко. За то, что рыцарь утонул. Так, сверху на тебя сейчас. Эх, нет, не получилось. Давай еще разок. Эх. Да что ж такое-то? Как тебя одолеть-то, блин? Вот. Пилы, пилы, надо тебя под пилы срочно. Чуть он меня не затолкал под пилы. Эх, нет, не получилось у меня под пилы затолкать. Перевернул меня, да. Ехай давай. Ехай. Ну что такое? Видимо, как-то... Что-то я накосячил. Да. Ну а что с тобой будем делать, рыцарь? Вот, на копье, смотрите, как я его провез, ребятки. Их немножко не долетел. Ну что ж такое. Все так хорошо шло, и вот и вдруг опять. Так, за борт тебя, за борт давай. Ну что, блин, за такое. Мина взорвалась, и все. Я понял. Ох ты, вот как тебя. Получил. Да, колесница это такое дело. И еще разок, ребята, счет 3-4. Ну что ж такое. Самоубился я, ребятки. Красный победил опять. Так, ну что? Что же такое? Конские кони. Вы че, блин, совсем что ли?
Давай, давай, синенький, есть! Копьем в голову получил. Так, дракон на коне. Как мы тебя, дракон? Хорошо, хоть огнем не плюется. Так бы было совсем печаль. Эх, все равно он меня задавил. Так, колесница. Ну что, надо от нее удирать по-быстренькому вниз. И пытаться снизу. Вот, смотрите, ребятки, как оно получилось. Сам ударился об меня. Эх, столкнул меня за борт. Колесница — это такая штука, что с ней бесполезно что-то делать. Оба улетели, но я улетел раньше. Круто, красный победил. Эх, ребятки, головой меня столкнул конский конь. Давайте, давайте, что ж такое-то, ребята? Надо победить уже когда-нибудь этих рыцарей. Вот, смотрите, ударился головой об потолок. Так, может и здесь также на мине подзорвешься ты и головой ударишься? Точно! Ребятки, смотрите, мины наши друзья. Главное, чтобы они подорвались, эти конские кони, на этих минах. Так, дракон на колеснице, что с тобой делать будем? А, дракон, может тебя утопим? Попробуем тебя утопить. Эх, нет, не успел он утонуть. Да. И опять колесница, что ж такое, может ты за борт? Не хочешь за борт, да? Так, ну ладно, я вместо тебя за борт тогда поеду. Колесница, колесница. И сейчас сверху, нет. Смотрите, ребята, ничья. Первый раз у меня такое за всю игру, чтобы ничья была. Головами ударились оба. Так, забодаю тебя, забодаю. Эх, не получилось мне тебя забодать, зато копьем тебе в голову. Ребята, счет 3-3. 3-3 счет. Главное нам два раза не проиграть. И все. На тебе. Счет 4-3, ребятки. Если мы сейчас выстоим и можем даже победить. Смотрите, ребята, вот это был момент. Мы прошли это задание. Наконец-то рыцарский турнир мы выполнили. Ну что ж, ребята, на сегодня, думаю, хватит. Мне эти рыцари все нервы поистрепали, короче. В общем, до новых встреч, пока-пока. С вами был Мобик.